Столкновение двух машин блокировало дорожное движение по одной из самых загруженных екатеринбургских улиц, по улице Блюхера. Как сообщили в городском управлении госавтоинспекции, авария произошла сегодня днем в пионерском поселке на пересечении улиц Блюхера, Мира и переулка Паркового. В столкновении приняли участие две машины 90-х годов выпуска – белый джип «Гранд Чироки» и синий «Иш-Ода». На месте аварии оказался корреспондент портала Е1. Вот такая вот авария на Блюхера. Две машины. Приехали пожарные, скорая помощь. По предварительным данным, виновником аварии оказался водитель «Оды». Двигаясь со стороны улицы Гагарина, он намеревался повернуть из Блюхера в Парковый переулок, но не предоставил преимущества джипу, ехавшему во встречном направлении. Впрочем, по словам очевидцев, «Ода» долго ждала левого поворота и начала двигаться только когда светофор загорелся желтым сигналом. Рулевой же джипа, вместо того, чтобы притормозить и остановиться, прибавил скорости, надеясь проскочить перекресток на желтый. Поскольку «Гранд Чироки» имел газовую топливную систему и в столкновении довольно сильно пострадал, пожарные предпочли стравить находящийся в баллонах газ. В одной из машин газовый баллон, газ выходит, видимо, поэтому отцепили. При этом водитель джипа заметно не пострадал, а вот второго участника, 52-летнего пилота Иш-Оды, с места ДТП увезла скорая помощь. Разбитые машины и прибывшие им на помощь оперативные службы полностью заблокировали движение по улице Блюхера. Но вместо поиска пути объезда часть автомобилистов прямо на глазах инспекторов ДПС полезла на выделенные трамвайные пути с прогнозируемым результатом. «Газель» пытается объехать, Дима забуксовал. Грязь, рельсы. Реанимация объезжает вот пробку по трамвайным путям. Видимо, грязь, она буксует.